Могу напомнить, что в русском языке есть слово «учить». Оно про то, что учитель, есть ученик. И учитель учит ученика. А когда появляется приставка «са», да, там, то ученик сам учится в присутствии учителя. И учитель лишь создает пространство, в котором ученик учится. Вот поэтому мне больше нравится слово «учиться», когда люди сами учатся. И вот мои тренинги, они не похожи на всю эту нашу систему образования, которая именно работает по принципу «учить». Вот программы, да, там какие-то школьные, образовательные. Я больше про «учиться». То есть приходят люди, и они сами учатся. Я лишь создаю как тренер для них пространство. Моя самая главная задача – это создать пространство, в котором участники тренинга учатся.